16-й раз Владимир Путин ответит на вопросы граждан России. Попробуем сегодня узнать у жителей нашего города, какие бы вопросы они задали президенту нашей страны. Пойдемте. Я хочу задать вопрос, когда нашим российским учителям поднимут зарплату? И когда они будут получать столько, сколько они работают? Я бы спросил, наверное, о компенсациях работающим пенсионеров. Извините, это меня просто касается. О перспективах оборонной промышленности. Нет. Объем гособоронзаказа и каким образом все-таки там удачно и успешно мы сможем перейти на выпуск продукции гражданского значения. А если бы мне представилась возможность спросить Владимира Путина, задать ему вопрос, я бы спросил, когда же в стране начнется год дорог в России? Когда же мы начнем делать эти дороги, чтобы можно было ездить и не ломать свою машину? Владимир Путин, ответьте, пожалуйста, мне. Какой бы вы вопрос ему задали, если бы у вас была такая возможность, и он бы вас услышал? Откроет ли наш город? Так как я являюсь водителем, езжу на мотоцикле, на машине, я бы задал вопрос про цены на бензин возрастающие. С чем связано возрастание цен? О заработной плате и учителей. Будущее нашей страны. А в каком аспекте? В мировом. По поводу подорожания бензина. Когда у нас подешевеет бензин, дороги станут покачественнее. Про зарплату для молодых инженеров я бы задал вопрос. Для вас собирали вопросы к Владимиру Путину Кирилл Васенин и Владимир Лисик.